Посмотрим, что ли. Перехон к отзыву от Максима Васинского. Игра вот стала он. Донатной помойкой. Так, бабка, иди сюда. Игра стала донатной помойкой? Что? В этой игре доната никогда не было. Бабка, иди сюда. Сейчас мы тебя увеличим. Знаете, я очень надеюсь. Так, Грэнни Спайдер. Просто еще пошутить. Очень надеюсь. Так. Патимут. А что такое? Телепорты. Ноль. А, это мой размер, ё-моё. Player size. В смысле? Клоны. Да как ты меня заколебала. Несомненно, то, что игра не скачалась, не очень приятно. Не можешь ходить, да? Грэнни Сайз. Или просто глупый шали. Ё-моё. Переходим к отзыву от Ивана Заимча. Игра плохая, где много схагиваний. Где увеличить-то бабку? Ё-моё, она в картунке. Она в картунке влезает, алё, куда ещё? Я ещё и клонов сделал, охрененно. Стоять. Грэнни клон. Один клон. Ноль клонов. Так, переходим к отзыву от Сэрогея. Девелопер, я придумал вертолет. Никто не охраняет, и это плохо. На Сферату, если нас заплатить, он должен охранять вертолет. Чё он не увеличивает? Ё-моё! Ё-моё! Две огромные банки. Вот. Правильно. И сходим сейчас еще. Да. Как ты ходишь? Нафига ты здесь капкан поставил?
Куда? В смысле? Она меня бесит. Ну что ж, Дениска, делай игру для Супер России. Саша, как и обезик. Так. Анастасия Хакирова. Три. Три. Почему я ходить не могу здесь? Да куда такую огромную бабку и ходить не могу? Ладно, придется ноутбук использовать. Где она там? Ё-моё. Она аж на втором этаже. Она аж на втором этаже, Алёк, куда? Вот еще мелкая хуйня. Куда такую огромную-то? Ё-моё. Куда такую огромную? Его делаешь или еще больше? Еще больше можно. Ё-моё. Они же там стол скинули. Ладно, я буду заканчивать этот видос.